зрителям, подписчикам привет. Начинаем строительство теплицы «Легенда». 3х6 с перегородкой. Пока приехали, разгрузились и приступаем к монтажу. Теплицу мы поставили, закрепили, зафиксировали поликарбонат на стенах, установили переливы. Сейчас начнем крыть крышу. Монтаж, напоминаю, строили теплицу «Легенда» 3х6 с перегородкой. Идем смотреть. Дверь с форточкой на термоприводах. Вот он даже начал на солнышке нагрелся. В открытом состоянии начал отталкивать от себя дверь. Есть у нас стеновые форточки на газлифтах. В каждом отсеке форточный блок на приводах. Перегородка делит теплицу пополам. Перегородка глухая. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Есть система подвязки, 4 нитки. Сейчас дойдем до того отсека. Второй отсек, все то же самое, тоже приводы. Поликарбонат эти 4 мм использовали, плотность 0,75. Вот такая вот отличная теплица, «Легенда» 3х6 у нас получилась. А у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и всем пока.